Есть еще кое-что, о чем следует упомянуть относительно этого текста, прежде чем мы перейдем к другому. И речь идет вот о чем. Наконец-то у нас есть текст, который напрямую говорит о богодухновенности Нового Завета. Ведь вы помните, мы с вами говорили о том, что как второе послание к Тимофею 3 глава, так и первое послание Петра говорят о писаниях Ветхого Завета. Мы обосновывали вывод о том, что вполне уместно расширить их применение и на Новый Завет, но если говорить о буквальном толковании, то в них речь шла только о Ветхом Завете. Но когда вы читаете 1 Коринфянам 2 главу, то понимаете, что Павел говорит о самом себе, и неважно, кого еще он включает сюда. И мы знаем о том, что Павел написал много книг из Библии, и мы знаем, что эти книги находятся в Новом Завете, а не в Ветхом Завете. И вот здесь апостол Павел говорит об этом действии, о сопоставлении божественных концепций с человеческими земными словами. Если он включает сюда и то, что делали другие апостолы, то тогда получается, что Павел говорит уже не только о своих писаниях, но и о трудах других апостолов, а мы знаем, что они появляются в Новом Завете. Поэтому здесь перед нами текст, хотя, может, не напрямую говорящий и доказывающий, что Новый Завет весь богодухновенен. Но, тем не менее, если вы задумаетесь здесь, о чем говорит Павел, а именно о своей проповеди и о своих посланиях, и о посланиях других апостолов, то разве этого недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что то, что апостолы писали или еще напишут, что все это пришло к нам от Бога, что все это богодухновенное Божье Слово? Хорошо, теперь вопросы, прежде чем мы перейдем к другой теме. Да, пожалуйста. Говоря об этом сопоставлении, это сопоставление является откровением от Бога, или автор имел свободу в процессе этого сопоставления? Нет, если бы он был свободен сопоставлять так, как ему хочется, а Дух Святой никак не мог на это повлиять, то как мы тогда сможем сказать, что то, что они писали, было от Бога? Что ж, это не диктовка. Совершенно верно. Но тем не менее откровение. Именно. Но не таким образом, что это исключает разум автора, что разум автора совершенно пассивен и выступает просто вроде своего рода передатчика. Дух Святой говорит какие-либо идеи, и эти идеи каким-то образом переходят на страницы. Нет. То есть Дух Святой мог остановить их от использования неправильных слов. Именно так, да. Если Дух Святой считал какие-либо слова ошибочными, которые избирал автор, то он каким-то образом, мы не знаем как, мог дать знать об этом автору. То есть автор каким-то образом понимал, что это не то, что Дух Святой хочет, что выбор слов неверен, и библейский автор еще раз думал о том, как сформулировать, в каких словах эту идею. И если новая формулировка не вызывает недовольства Духа Святого, то Дух Святой позволял автору записать эти слова. Но тем не менее, даже в этом случае, библейский автор именно тот, кто сопоставляет идеи со словами. И верно также то, что Дух Святой участвует в этом процессе, прежде всего, открывая содержание идеи, а затем уже руководя процессом сопоставления идей и слов. И это также применимо и к Новому Завету. Абсолютно, именно так. Правильно. И хотя апостол Павел здесь не пишет напрямую, каким образом Ветхий Завет богодухновенен, но я думаю, стоит задать себе вопрос, почему Павел будет думать, что с Ветхим Заветом все было иначе? Другими словами, Павел говорит, ну, мы участвуем в этом процессе, мы не пишем под диктовку. Но вот авторы Ветхого Завета, вот они писали под диктовку. Что ж, ну, это как-то все не стыкуется.
с тем, что мы читаем в 1 Петра 1 главе, а там конкретно говорится о Ветхом Завете, о пророках и пророчествах. И мы также посмотрим на другие тексты Библии, которые ссылаются, в свою очередь, на тексты Ветхого Завета, подразумевая, что именно земной автор написал эти строки. Хотя если открыть Ветхий Завет и посмотреть эту цитату там, то там записано то, что произнес сам Бог. И я не думаю, что мы можем сказать, что когда речь идет о Новом Завете, то оба, и Дух Святой, и человек могут считаться авторами. Но вот в Ветхом Завете все совсем не так. Нет никаких причин, чтобы не считать, что все это применимо и к Ветхому Завету. Что ж, хороший вопрос. Еще, пожалуйста. Есть некоторые моменты, относительно которых мусульмане высказывают несогласие, указывая на перевод с еврейского на английский. Да, извините, продолжайте. Как вы думаете, руководил ли Святой Дух теми людьми, которые переводили Писание на другие языки? Что ж, я рад, что вы задали этот вопрос, и я хотел бы ответить на него вне зависимости от других религий. Вот то, что говорит Библия по вопросу Боговдухновенности, это передача откровения библейским авторам с последующей записью этого откровения. Нигде в Библии не говорится о том, что Дух Святой гарантирует правильность перевода Библии или копирования Библии. Ни один из тех текстов, которые мы с вами рассмотрели, не говорят об этом. Также не говорит об этом Иисус, мы будем вскоре разбирать Его слова на этот счет. Не говорят об этом ни авторы Ветхого Завета, ни авторы Нового Завета. И мы будем вынуждены затронуть эту тему, когда будем говорить с вами о безошибочности. Потому что есть такие люди, которые говорят, ну знаете, что евангельские христиане, вот вы утверждаете, что Боговдухновенность распространяется только на оригинальные тексты, на манускрипты, написанные самими авторами. А затем вы же сами признаетесь, что этих манускриптов уже не существует. И при этом пытаетесь убедить нас, что та Библия, переведенная Библия, которая у нас есть, без ошибок. И как вообще мы можем оценить написанное в имеющейся у нас Библии, если вы сами признаете то, что та Библия, перевод, который у нас есть, может содержать ошибки? Вы утверждаете, что оригиналы совершенны и не имеют ошибок, и в то же время вы признаете, что их не существует, никто не может их предъявить. О чем вы тогда говорите, заявляя, что Библия безошибочна? Что ж, мы обязательно поговорим об этом, когда будем говорить о безошибочности. И это хороший вопрос. И, Джон, вы правильно поступили, что его задали. Боговдухновенность применима только к оригинальному тексту, не к копии, не к переводу. Что ж, очень-очень хорошо. Да, пожалуйста. Я не имею ничего против того, что вы сказали. С философской точки зрения, я всегда думал о том, как много бы Библия потеряла, если бы она на самом деле писалась под диктовку. Да, я также думаю, что многое было бы утеряно. Во-первых, никакой бы человек не мог бы считаться автором. И тогда, к примеру, зачем нам будет нужно четыре Евангелия, четыре свидетельства разных людей одних и тех же событий? Ведь не об их словах идет речь, а о словах Духа Святого. Я думаю, вы понимаете, о чем я хочу сказать. И даже если мы пойдем еще глубже и подумаем об этом, прежде чем посмотрим на сам текст Библии. Да, конечно, у нас будет Божье Слово, и, конечно, все написанное будет стопроцентно истинным, если, конечно, секретарь ничего не перепутал, когда писал под диктовку, что, конечно, возможно.
Но какой бы ни была причина, Бог так решил, что Он откроет Свои слова таким образом, что процесс передачи будет включать участие людей. Если Бог посчитал, что так правильно, и написание под диктовку будет потерей, то даже если мы с вами не знаем, почему Бог так решил, мы с вами вынуждены будем признать, что ж так лучше, и что-то обязательно было бы потеряно, если речь идет о написании под диктовку, даже если мы всего до конца не понимаем. Но если мы посмотрим на библейский текст, который у нас есть, и предположим, что этот текст был написан под диктовку, то у нас очень много с вами проблем, потому что такое разнообразие стилей, даже когда речь идет об одинаковом жанре литературном. Посмотрите на новозаветные послания. Это все послания, письма. Послания Павла, несомненно, отличаются по стилю, по манере от посланий Иоанна, Петра. То есть, посмотрев на факты, посмотрев на то, что у нас есть, нам будет чрезвычайно трудно объяснить все это разнообразие, или, например, то, как в послании к римлянам апостол Павел раскрывает свои собственные переживания за судьбу своего народа, иудеев. Если все это было продиктовано Духом Святым, слово в слово, без участия разума библейского автора, то почему тогда это переживание чувствуется только в послании к римлянам, а в других посланиях нет? И таких проблем, если говорить речь о написании под диктовку, множество. Хотя есть проблемы с объяснением, и даже не учитывая сам текст Писания, о чем я уже говорил. По каким-то причинам Бог решил именно так открыть нам о себе. И мы можем задавать подобный вопрос касательно доктрины о спасении. Все мы с вами грешники и виновны перед Богом. Если бы Бог захотел, то Он мог бы очень просто решить проблему греха без какого-либо участия самого человечества. Но по каким-то причинам, полностью понятным только Ему, Он решил послать в мир Спасителя, который был полностью Бог и полностью человек, и позволить этому Спасителю, будучи человеком, умереть, а затем спустя какое-то время воскреснуть, и это то спасение, которое мы, будучи людьми, должны с вами принять, если хотим быть спасены и иметь вечную жизнь. Что ж, что бы было бы потеряно, если бы Бог просто сказал: «Я просто отменю все грехи, забудем о воплощении, не будет никакого креста, не будет воскресения». И просто вот что касается некоторых людей, вот они спасены. Если Бог хочет установить такой нравственный порядок, но Он может. Но посмотрите на то, что потеряно. Если Писание говорит, вот что такое грех, и вот каковы последствия за грех для человека: смерть, деградация, развращение и так далее, то разве не более убедительно, что Бог в силах победить грех и его последствия, послав кого-то, кто стопроцентный человек, в тот же самый мир, в котором мы с вами живем, и он умирает, и воскреснув, он побеждает смерть? Что я хочу сказать? Это возможно, чтобы Бог сказал: «Ну, давайте забудем о кресте, просто возьмем и спасем каких-то людей». И если бы мы оказались в этой группе спасенных, ну что, мы сказали: «Здорово». Но не появлялись бы у нас вопросы, когда мы видели бы людей вокруг нас умирающих, и никто из них не воскресает из мертвых? Разве не появлялись бы у нас вопросы,
сможет ли наше тело, физическое тело, справиться с последствиями греха. Я думаю, были бы причины, чтобы задаваться такими вопросами. Но Бог дал нам иллюстрацию, в которой Он жил здесь на земле, умер и затем воскрес, тем самым показав, каким будет спасение для нас, если мы примем его. И это не только позволяет нам узнать о том, каким образом Бог нас спасет, но также на основании этого мы познаем, что из-за этой победы Бога мы можем иметь взаимоотношения с Ним. И такие последствия греха, как физическая смерть, могут быть преодолены. Как апостол Павел пишет Коринфянам, «А если Бог не воскресил Христа, то это значит, что Он не может никого воскресить». Конечно, Бог мог что-то сделать иначе, по-другому. И мы, может, даже всего не представляем, что бы было потеряно тогда, если бы Бог это сделал иначе. Но в вопросе спасения мы можем иметь некое представление. А вот здесь, в нашей теме, может быть, немножко сложнее все понять и представить. Но вот позвольте мне кое-что еще добавить, и мы продолжим далее. Конечно, если у вас не будет еще вопросов. Если Бог просто-напросто диктует откровение, то зачем нужно такое разнообразие и многообразие авторов в Библии? И зачем нужно было давать откровение за такой продолжительный срок, 1500 или даже 2000 лет? Почему бы не проектовать это все сразу, в течение жизни одного, может быть, двух человек, которые бы оказались очень хорошими секретарями? Но если ничего человеческое при этом не добавляется, то, в принципе, не так важно, кто будет таковым человеком. И зачем тогда говорить о том, что провидение Божье должно подготовить нужного автора? Поэтому мне представляется, что если Библия и была написана под диктовку, то возникают очень серьезные и сложные вопросы. И спасибо, что задали этот вопрос. Это очень важный вопрос. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, давайте продолжим. И сейчас я хотел бы, чтобы мы разобрали текст из послания к римлянам таким же образом, как мы разобрали три предыдущих текста. Но, к сожалению, у нас не так много времени, поэтому я боюсь, у нас не получится это сделать. Хотя это очень важный текст. И ключевой момент в этом тексте заключается в том, что Павел говорит, что иудеям даровано Писание, тем самым им даровано Слово Божие. И это выражение, если говорить о том, как оно должно было быть понято в иудейской культуре, означало следующее. Говоря буквально, это Писание. Но если говорить о языческой среде, то можно сказать, что там также присутствует идея о том, чтобы получать некое послание от Бога. Но я никоим образом не хочу сказать, что Павел привносит нечто языческое, что-то из греко-римской мифологии. Я лишь хочу сказать то, что послание к римлянам написано римской церкви, в которой были как иудеи, так и язычники. Иудеи в той церкви поняли бы, что имел в виду Павел, когда прочитали его слова, потому что им очень было знакомо значение выражения «слова Божьи». Но не думайте, что язычники при этом ничего не поняли бы.
Потому что в греко-римской мифологии, в их религии, присутствовала практика, когда храмовые жрецы изрекали какое-то послание, будь то в Греции или в Риме, и люди приходили в храм, чтобы узнать, что Бог хочет от них, что им следует делать, какое решение принимать в своей жизни. Поэтому перед нами текст, в котором, по сути, говорится следующее. Иудеи, имея в своих руках Писание, по сути, имели само Слово Божие. Но если в их руках было само Слово Божие, то не это ли то же самое, что говорится во втором послании к Тимофею 3:16, что все Писание богодухновенно? Конечно, здесь другие слова используются. Им верено Слово Божие. Но, по сути, здесь то же самое. И помните, что тот же автор, который написал послание к Тимофею, также написал и послание к римлянам. Поэтому перед нами еще один основной текст Писания, свидетельствующий о богодухновенности Библии. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.